знаешь, парень крутит педали чертовски быстро. Может быть, нам просто отдать ему эту сверхсекретную технологию? У меня аж дух захватываю. Да, может, скажем, что он сбежал. Подожди, он что, не надел шлем? Это крайне небезопасно. Он может серьезно пострадать. Похоже, придется пристрелить. Угу. О, да ладно! Айкон, сейчас самое время, чтобы что-нибудь придумать. Хорошо, Макс. Ау! Что это, черт возьми, было? Я ввела взрывчатое вещество в твой кровоток. Так что теперь, когда мои создатели захватят тебя, мы уничтожим их комплекс изнутри. А когда исследования и чертежи моего строения будут утрачены, я одна останусь здесь, в качестве бога этого мира. Ладно, я должен уточнить запрос, который не будет подпитывать твои амбиции бога. Или убийство, ты тупой кусок ИИ! Но нужно подключение к сети, а обработка этих данных – пустая трата заряда аккумулятора. Неважно. Как администратор, я отменяю твой ужасный план убийства. Ладно. А как насчет чего-то менее разрушительного? Например, Айкон, сделай мне новый велик. Хорошо, Макс. Собираю велосипед из переработанных вертолетных деталей. Thank you.